Доброе утро! Современные текстильные технологии не перестают удивлять. И эти достижения мы наблюдаем на мировых подиумах каждый новый сезон. Нынешняя зима не стала исключением. О модных фактурах и тканях сегодня и поговорим. Из небанальных предложений дизайнеров хочется отметить махеровую паутинку в сочетании с лебяжьим пухом, ткань, созданную по принципу артишока, шелковый бархат крэш, материал, который не просто состарен, а уже напоминает ветошь, формованную кожу с фактурой металла, 3D-печать из пластика, флокированный неопрен и твидовый деним. Пушистые фактуры имитируют шерстяные помпоны на детских шапках, матросские мопы, африканские дреды и даже елочную мишуру. А сочетание вязаной лицевой глади с бахромой из меха создает удивительный эффект. И еще одно новшество создается с помощью упаковки изделия с длинным ворсом в капроновый чехол. И только низ изделия остается пушистым. Велик также выбор кожаных вещей с разными фактурами. Среди них выделяются светлое пальто с формованным рисунком, костюмы из пухлой блестящей кожи, отсылающие к популярной ткани «Космос» из 70-х 20 века, пальто из кожи, напоминающее парчу в персидских огурцах, брючные пары с тиснением под динозавра, бушлаты, собранные регулярным пэтчвоком, и, наконец, куртки-бомберы, густо декорированные длинными кистями из кожи. А еще эффект кожи создают с помощью ламинирования денима, крупнофактурного трикотажа или частичного ламинирования изделий из плащевой ткани, которая придает блеск и непромокаемость деталям. Сегодня представлено достаточно много одежды в складку, но привлекает внимание изделия с фактурой распустившихся складок, плиссированные юбки со сложным оптическим эффектом, платье с горизонтальным плиссе и даже пальто из натуральной норки, где смелая стрижка создает эффект гофрированного меха. Из необычных рисунков хочу выделить жаккардовую ткань с абстрактным рисунком, кашемир с золотым напылением в виде каймы, синтетический материал, покрытый значительным живописным слоем в стиле импрессионизм. А must-have этой зимы – платье с объемной аппликацией, плотно покрытые цветами. Необычные фактуры создают, расшивая костюмы пайетками разных размеров и конфигураций. Еще более изысканная ткань получается, если к блесткам прибавляются также и объемные бусины. Или, ежели прямоугольными плоскими пайетками, вышить камуфляж. А можно расшить костюм блестящими монетами, крупными бронзовыми пуговицами и другой фурнитурой, а также черными крупными стразами. Самая эффектная расшивка в виде разбитого лобового стекла украсит как женский, так и мужской гардероб. Мужчинам этот сезон предлагает кожаные рубашки с длинной бахромой, смокинги из вареной шерсти, костюмы из благородного махера, который маскируется под футер, комплекты из ржавого денима, куртки, также напоминающие ветошь, мерцающие костюмы, расшитые пайетками, которые пригодятся для встречи Нового года, джинсы с ламинацией и джинсовые пары с эффектом шрамирования. Если вы где-то увидели необычную вещь из удивительно фактурного материала, пусть даже и не очень практичную или совсем непрактичную, но у вас прямо дыхание перехватило, берите, не пожалеете. В ближайшее время обязательно найдется достойный повод для такой обновки. Не отказывайте себе в маленьких прихотях и успехов!